Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом салат капустный он. У меня капуста здесь 800 грамм где-то примерно нарезанная. Две морковки и один болгарский перец. Это мы все смешиваем. Сюда все это добавляем. Сколько можно хрипеть, ходить никак. Так, добавили. Потом еще что нам понадобится? Нам понадобится 100 грамм масла подсолнечного, 50 грамм уксуса 9%, соль и сахар. Соль у меня 1,5 столовых ложки, сахара 1 столовая ложка. Мы такую же делали капустку, как бы, ну, вкусная получается. Это все соединяем в емкости. Не буду сразу все. Сюда же уксус. И сюда же масло. И все это перемешиваем до растворения соли и сахара, чтобы все это растворилось. Это очень вкусный салат получается. В принципе, его можно кушать уже через 1-2 часа. Сейчас перчатку одену, все перемешаю здесь аккуратненько. Это пусть растворяется, стоит. Очень долго растворяется тут все. Заливаем аккуратненько. И сейчас я все хорошо, 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 хорошо перемешаю. Даже, видите, на дне не до конца растворился сахар. Перемешивать буду перчатками. Можно руками, как кому нравится. Никакой гнет не нужен. Просто на час примерно, на полтора убираем в холодильник. И получается офигенный результат. Вот, результат обязательно покажу. Сейчас от нее соку столько еще настоится будет вообще. В общем, это на самом деле очень вкусная капуста. Вот. Ну, конечно, кто любит квашеную, это не для вас, наверное. Она не кислая, она больше получается такая сладковатенькая, но с уксусом. В общем, это надо пробовать. Вот, я ее все перемешала. Сейчас уберу в холодильник и все. И пусть она там спокойненько стоит. Потом покажу результат, попробую вместе с вами, что у нас получилось. Так, капуста у меня простояла в холодильнике 1,5 часа, ну, даже почти 2. Сейчас мы ее попробуем, и я ее, знаете что, разложу по баночкам. И она в банках спокойно может храниться какое-то время. Не знаю, примерно 2 недели, потому что здесь все-таки еще перец болгарский, хотя здесь есть уксус. В общем, сейчас попробуем. Ваше очень вкусно. Капуста хрустящая, не вяленая никакая, не вообще. В общем, офигенный салат. Сейчас все это разложим по баночкам. В общем, это не капуста, а бомба у меня сегодня получилась. Так вот у меня получилось две баночки, вот такие вот. Жишки мало. И половинка еще, а вот это я оставила, сейчас лучком посыплю. И будет как салатик. Вот, значит, что у нас сюда понадобилось. На килограмм капусты идет. Два болгарских перца я положила, две морковки средние, 50 грамм, извините, уксуса, 100 грамм, 100 миллилитров масла растительного, ложка сахара, 1,5 соли. Вот, вот весь рецепт, он очень простой, очень вкусный, очень быстрый, всем советую. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока!